в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Автобус». Мехзавод. Оживленная остановка общественного транспорта. Сотрудники госавтоинспекции вместе с отделом технического надзора проводят очередной профилактический рейд. ГИБДД регулярно проверяет водителей и общественный транспорт. Сотрудникам госавтоинспекции будет уделено пристальное внимание таким нарушениям, как нарушение режима труда и отдыха, которое позволяет зафиксировать у нас такое устройство, как тахограф, который находится практически в каждом автобусе. Также сотрудникам госавтоинспекции будет уделено пристальное внимание техническим состоянием транспортного средства и наличием диагностических карт. Особое внимание уделяют отметкам о прохождении водителями предрейсового медицинского осмотра, применению ремней безопасности пассажирами, соответствию технического состояния транспортных средств установленным требованиям. Сергей Петрушин, водитель со стажем, за рулем автобуса 29 лет, перевозит детей. Рассказывает, что к своей работе подходит со всей ответственностью. Есть и своя специфика оформления путевого листа. Ремни, вся документация, все есть. Документы все оформляются в ГАИ, подаются туда, уведомления, инспектора проверяют, приезжают машины перед выездом. Полностью спокоен, что все у меня в порядке. Основной целью рейда явилась профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, повышение ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров, а также соблюдение правил дорожного движения водителями.